Доброго времени суток всем! Меня зовут Олег Шкомов, и я приветствую вас на канале «Давай попробуем». Мы на Мальдивах, на острове Фехинду. Вот и еще один прекрасный день встречает нас на острове Фехинду. Здесь бывают сказочные не только закаты, но и рассветы. Вообще, пребывая на этом острове, не хочется терять ни одной секунды на сон. Поэтому встаешь здесь, на удивление, очень рано. И причем с большим удовольствием. Вот так вот ходим с утра до вечера босичку. Да, Зенька? Да. Мы идем на завтрак. На завтрак, да. Вот поэтому мы такие не проснувшиеся. Друзья, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что поддерживаете наш канал, пишете сообщения, ставите лайки. Я всем вам очень благодарен. Спасибо вам большое. Были вопросы, как живут аборигены на этом острове и какие опасные животные тут есть. Попробую рассказать. Мы решили прогуляться по деревне, пока светло. Деревня, в которой находится наш гестхаус. Вот такие у них домики, деревушки. Вот, вот так вот у них сады, поля. Это вот, может быть, даже детский садик, да? Длинный остров. Ну как длинный? Мы вот с Зайенькой сегодня за 30 минут его от начала до конца прошли. Да, Зайшка? Вот. Это мы идем на причал. Кошка за ящерицей, наверное. Да. Поймала кого-то. Вот, наверное, а, вот они какие-то, да. Вот, а это какое тут известное дерево. Все прям фотографируют это дерево. И тут местные вот тусуются. Детская площадочка. Вот. Рынок, не рынок. Вечером мы здесь тоже видели скатов. И каких-то больших рыб. Посмотрим. Народ с масками там что-то ныряет, смотрит. Сейчас мы тоже отважимся и туда нырнем. До этого доплыть, до этого дойти можно. Народ так вот отдыхает. Девочки. На этом острове Фехинду деревушка совсем небольшая, как вы заметили. Проживает здесь, ну, человек 100, наверное, от силы. Занимаются в основном рыбалкой. Все очень добрые, отзывчивые. Если ты подходишь и что-то у них спрашиваешь, они с удовольствием, с улыбочкой отвечают. И всегда добро пожаловать к ним в гости. Сейчас я так засниму, что так вот все балдеют. Ага, ага. Колоритно там. Там, на пирсе, тут их местная мечеть. Теперь идем в другую сторону. Посмотрим, что там. Вот спортивная площадка. Мы живем вот там. Страшные кокосы, падающие на головы. Растут. Вон их сколько. Так, ну вот я вижу наши два стульчика как раз с Зайенькой. А вон крабик, опять крабик. Мы его догоним, догоним. Очень быстро бегают, очень быстро бегают. Вот он красавец какой. Ах ты красавец.
Что касается живности на этом острове, сразу скажу, недаром, наверное, Мальдивские острова называют райскими островами. И, может быть, одна из причин как раз в том, что на этих островах нет ни одного ядовитого, ни паука, ни змей. Даже акулы, которые плавают, они безобидные. Здесь вообще пропадает какой-то страх. Страх на кого-то наступить, боясь, что кто-то заползет к тебе. В общем, полная гармония. Мы с Зайкой пошли на другую часть острова. Идем вот по вот такой вот дорожке. Все вырублено. Вот. Аллея. Пальмовая, да. Очень красиво. И, конечно, закат. Как я мог обойтись без заката? Аккуратно.